Я пишу на обрывке бумаги слова. Это сердце неистово молится. Это свечкой горит за Россию душа. И не может никак успокоиться. Верю, каждый наш вздох с покаянной слезой птицей быстрою ввысь устремляется. В глубину облаков, где свет Божий со тьмой до сих пор, распинаясь, сражается. Сколько вздохов сейчас прямо в небо летит, сколько душ за Россиюшку молится. А над ней амафор все царицы раскрыт, молит сына за Русь, Богородица. Все ненастья пройдут, отсверкает гроза, засияет вновь солнце лучистое, встанет сбитых колен Русь святая моя, обновленная, славная, чистая. На белых храмах я вижу, как струится свет в окно от солнышка на небе лучезарном. А если свет от солнца не погас, и также звезды лунной ночью блещут и распевают птицы в ранний час, жива в сердцах святая человечность, жива любовь и вера во Христа, и как свеча горит кругом молитва.
не оскудела в людях доброта, журчит, как ручеек с водой чистой. И все мы братья, сестры во Христе, всех породнила Божья кровь из чаши. И нет такого средства на земле, чтоб уничтожить единение наше. Мы вместе, с нами правда, с нами Бог. И церковь, нераздельная веками, одна для стран всех, весей, городов, с обильными для каждого дарами. Евгения, и Господи, с праздником! Лопаевы, город Казань.